Бензин-то поставь, взорви. Прикол. Я просто думал, может, сбегать есть смысл. Тебе в центр побежать лутаться, а я посмотрю, что в соседних здесь домиках есть. Разделиться? Ну да. Ну, первая же ночь у нас такая безопасная. Может, я еще успею сбегать вам туда, вот, посмотреть, может, кот там где-нибудь есть. Блять. Дерево. Я аж напугался, если честно. Охотничье, охотничье. Так, здесь ничего нет. Короче, рассказываю. Идем в центр карты. Я думаю, будет работать в принципе в каждом двухэтажном доме. Как ты думаешь? Не знаю. Вот, Блэки не знает. Идем в любой двухэтажный дом на первый этаж. А, ну главное, чтобы был еще диванчик. Лучше получается бежать вот в центр, где четыре дороги сходятся. На это, то бишь, вот тут вот, где мы тусуемся. Запрыгиваем на диван, нажимаем Ctrl, шагаем еще чуть-чуть вперед, чтобы нас подняло. Все, забиваемся в угол, стоим, ждем Бигфуда. Мне кажется, просто я зверь. Дикий. Просто дикий зверь с ножом. Главное, взгляд. Взгляд. Ты псих просто. Искренности. Угу. Себя видела вообще с этой искренностью-то? Мечта любого мужчины. Несомненно. Так, давай, меня. Валим. Так, и все, ухерячил на второй этаж, и можно его стрелять прямо через стенку. Где он? Где? Я по нему что, не попадаю? Он надо мной. Ну, я понял, что он над тобой. Тебе нужно вверх стрелять, прямо в потолок. Давай. Убийство за одну ночь. Бензин-то поставь, взорви. Только отойди к камере. Прикол. Ой, нехорошо ему. Нехорошо. Нужно еще бензина. Бери. Давай, я как раз его буду снизу поливать, а ты еще бензо ему всыпь. Давай. Не останавливаемся. Да. Ура!
Первая ночь, первый труп. Где еще Йети? Давайте, накидывайте, накидывайте нам. Стреляет Бигфута утром и ночью, и днем бывает тоже. Бигфут наше все. Бежит к нам родной. Бежит Андрей. О, давай Бигфуту имя дадим. Ну я тоже думаю, что это Андрей. Вот у меня кот упал. Он лежал на подоконнике и упал с подоконника, понимаешь? Я понимаю. Бигфут Андрей, у тебя упал кот.